Доброе утро. Я сейчас на завтрак делаю панкейки на кокосовом молоке. Да, малыш еще спит. Так, вот жарится. Предпоследняя порция еще, наверное, один панкейк будет. И вот уже готовые вкусняшки. Я себе сделала с рикоттой. Ням-ням. Приятного аппетита всем. Снежок идет на улице красиво, как... Димаш, иди сюда. Что ты там встал? Мы пойдем? Ты какой загадочный. Скорей, скорей, скорей. Не выдержала, решила взять кофеечку. Тут у нас он как раз убирает маленькие такие грейдеры, или как они называются, экскаваторы. Вчера, кстати, проснулась, и у меня весь день была, или вчера, или позавчера, слабость очень сильная. Вот, а сегодня в итоге горло немножко болит, нос как будто забит. В общем, от сильного мороза, видно, я надышалась холодного воздуха и простудилась. На улице у нас, кстати, минус 17, а сегодня, по прогнозу, еще минус 9 в обед будет. Ну, в обед мы будем спать, но... На этой неделе планируется до минус 3. Жара прям. Ну это хорошо, но уже мороз. От мороза устали. Вон и я надышалась ледяным воздухом. Мы уже дома нагулялись. Вообще потом... Спать хочется. Димон катался на качельке. И прям вижу, мне кажется, он засыпает. Я его заворвала. Домой мы пошли. Потому что еще мог заснуть прямо на качели. Катаюсь потихонечку, такой смотрю, сидит, глазки у него закрываются. Вот так. Сейчас, наверное, не знаю, хочу сделать себе чайку. Удастся ли мне попить его? Посмотрим. Второй день игры минималиста. Я выбрасываю две баночки с закончившихся витаминов и... полисорба. Мы их оставляем, чтобы там что-то складировать, типа, может быть, какие-то шурупчики, гвоздики, какие-то еще мелкие детали. Но пока их у нас нету, а витамины мы постоянно пьем, и баночки постоянно появляются, поэтому вот я две выбрасываю, все равно они появляются. В общем, сегодняшний день минус две баночки.
Ты чай пьешь, да? Ой. Димон тут чай пьет с печеньками. Он обычно вот так вот его пьет. Точнее, он так ест печеньки. Фу, 160 секунд преодолены. Блин. Я сейчас проснулась. У меня, кажется, насморк. Все усиливается. Чихалась, проснулась и стала чихать. Вот. Видно, простуда. Нос переходит, что ли. Ой, да уж. Наверное, хотела завтра в гости сходить. Думаю, сегодня уже как-то, может, лучше будет. Но чувствую, что надо отложить походы. Пока у меня вот этот насморк не пройдет. Такое состояние, блин, непонятное, болезненное. Легкой такой болезнь, легкой. Такой. Блин. Отдышка. Плюс жарко мне резко стало. Наверное, в комнате открыть окно. Ой, зато наконец-то можно в комнате открывать окно нормально. Не боясь, что для цветов будет сквозняк или им слишком холодный воздух попадет к ним. Ну, там, я читала, некоторые цветочки не любят такого переохлаждения. Ой. А тут у нас на кухне стоят тройка кактусов. И я надеюсь, хоть бы что. Хотя изначально их было шестеро, когда мы покупали их где-то года три назад. Было шесть кактусов в итоге. Ну, как бы такой, там, такой, ну, на уменьшение. В итоге все самые маленькие начали отмирать. Сначала один, там, через полгода второй, и вот их осталось трое. И я не знаю, как поступать. Их надо пересаживать, но они такие колючие, как их вообще рассаживать. Ну, пока что стоят, вроде норм. Если уж один еще загнется, тогда, наверное, буду спрашивать, надо ли такие рассаживать. Или как-то горшок, может, больше. Шикарный шик. Да. Он криком встречает каждую машину, людей. Ай, блин. Хорошо на уличке сейчас гулять. Прям одно удовольствие. Оно, небо затянуто, вот оно, солнышко, и снег идет. Я помню, мой тренер по легкой атлетике говорила, выпей персен. Всем, кто нервничал, он говорил, выпей персен. Чудодейственное средство, наверное, но это так, в кавычках. Я стала из-за этого насморка дико нервозной. Без настроения, психованная, меня все раздражает. И малой как будто это чувствует и делает всякие шалости и пакости. Да? Не лезь туда. Пришли на администрацию погулять. Пока дошли, блин, во дворах везде машины ездят, как по проезжей части. Столько, очень много машин. Да, и двор у нас такой, что ку-ку. Двор у нас такой, что нету как такового дворовой территории. Там выходишь, там палисадник есть, пешеходная дорожка и проезжая часть, а потом территория школы. Вот. Да, детские площадки в соседних дворах, и то не во всех. Да? Что ты снег ешь, парень? Ну что ты стал? Чумба. Вон у меня, блин, нос забит. Нормально. Я за тобой наблюдаю. Вышли вечерочком. Правда ест. Вышли вечерочком прогуляться. Что ты делаешь? Чудо-юдо.
ты меня решил угостить? Ты такой щедрый. Нюхаешь? Ничем не пахнет. Времени уже без 10:07. Мы очень долго, чтобы мы гуляли. Долго собирались на прогулку и довольно долго гуляли. Я сейчас готовлю нам полдник. Уже почти ужин. Полдник готовлю. Эту пшённую кашу. И потом сразу Димону сварю на ужин картошку. Потому что ужином его будет кормить папа. А меня предварительно они отвезут в одно интересное местечко. Надеюсь, я не психану и не передумаю. Будем держать за меня пальцы крестиком. В итоге настроения никакого у меня нету. Никуда я не пойду. Испортилось оно из-за ерунды. Из-за того, что когда Димон ел кашу, он ее всю разбросал по кухне. Меня это расстроило, и в итоге я уже ничего не хочу делать. Нет никакого желания, хотя я безумно хотела сходить в одно место, но я и так туда собираюсь уже неизвестно сколько времени. Я откладываю еще и еще. А тут еще этот насморк. Да. В такие дни я всегда думаю, что... В такие дни кажется, что все против меня, ничего не ладится. Все бесит, раздражает только. Самое бесячее, что меня может вывести из равновесия, это когда говорят «успокойся» в такой момент. Это прям хочется щедро отблагодарить чем-то тяжелым по башке этого человека. Что за засвечение? Поскорее бы это прошло. Это как это, слово хотела быстро подобрать, но не удалось. Ку-ку. Не трогай. Нет, ничего нельзя. Блин, мне еще надоело отгонять Димона от всего, от печки, с которой он снимает этим. Я не знаю, как они называются на конфорках, вот эти штуки металлические, с ними бегает. Эту посудомоечную машинку я выключила, потому что он кнопки там жмет, вкл-выкл. Еще куда-нибудь побежит, свои сапоги куда-то принесет, их там обует, в них бегает потом по квартире. Ой, блин. Кажется, у меня может лопнуть голова от нервоза. Блин, надо что с этим делать? Однозначно. Вот опять он куда-то пошел. Еще он любит прибегать в туалет, заходить туда и ёршиком чистить его. Насмотрелся, как я его чищу, убираю, и тоже помогает. Мне помощник бегает с ключами постоянно.
где-то что-то пытаются открыть, болтики открутить. Ой, нет. Где моя сила терпения? Я хочу успокоиться. Сумасшедший дом какой-то у меня в голове. Блин. Картошечка заварилась. Ой. Я, блин, так спать хочу, как будто не спала суток двое. Не знаю, с чем это связано. Иногда у меня такое бывает по вечерам, такое прям очень хочется спать. Потом это может пройти. И я нормально еще могу пару-тройку часов повеселиться. Если это можно так назвать. Да, ну для меня это все равно отдых некий. Ой. Что там, блин, еще жду. Ой, посылку. Ой, спать хочется. Что вообще, смотрю, глаза у меня такие уставшие. Надо с этим что делать. Ой. И вообще, я включила, наверное, чтобы сказать всем спасибо за то, что посмотрели влог. И буду я его, наверное, завершать сейчас. Потому что сил нет у меня уже. На сегодня все. О, тяжелый был понедельник. Что-то я подумала, что сегодня понедельник. Да. Тяжелый он у меня какой-то оказался. Мне прям... Ой, раздевалась. После отпуска, когда Серега был все время дома, особенно тяжело. Хотя бывает по-разному. До этого как-то было так прям вообще классно, легко справлялась. А сейчас прям на грани, кажется, вот. Ох, и вот уже... Бесячесть какая-то. Вот. Надеюсь, остальные дни недели будут получше. В общем, да, спасибо всем, что посмотрели. В общем, спасибо всем, что посмотрели сегодня мое видео. Встретимся с вами завтра. Пока. Да, пока. Скажи.